Сегодня с международного фестиваля циркового мастерства в Монте-Карло до дому вернутся артисты Мазырского центра «Арена». На рахунку бесстрашных канатоходцев – сребранный медаль. В минулом году мазыране отримали специальные призы фестивалю, а сёлета вошли у тройку лидеров. Пятеро артистов в возрасте от 13 до 20 годов представили технично складанный номер. Для яго у Монако навод доставили специальное обсталявание. Про уражение от конкурса и дальнейшие планы мы доведаемся у самих артистов и расскажем вам в ближайшие дни.